Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня спазмы верхнего нёба. Что такое нёба? Пожалуйста, посмотрите анатомические сайты. Приоткройте это. Это относится к ротовой полости и части гортани. Чаще всего нёба может воспаляться, либо болезни нёба могут проявляться, если у человека есть болезни тканей, болезни нервной системы, а также всеразличные царапины и порезы во время жевания, что приводит к дискомфорту, либо к воспалительным процессам верхнего нёба. А также воспаляется верхнее нёбо при ангине. Вот есть такая категория людей. Что необходимо сделать? Прежде всего, необходимо знать, откуда произошел вот спазм, либо воспалительный процесс верхнего нёба. Он был при жевании, либо это те или иные воспалительные процессы вашей центральной нервной системы, и не только. И данная точка, и меридиан сердца мы уже показывали, вот как простирается меридиан сердца, особенно внутренний канал, пунктирная линия. На нашем канале внимательно смотрите, не только по одному видео судите наше видео. А те, кто внимательно просматривает каждое видео, может дать сразу же ответ, что данный меридиан внутренним каналом контролирует верхнее нёбо у каждого человека. И при всех воспалительных процессах, дискомфортах, порезах, царапинах и не только, при проявлении ангины, ОРЗ, воспалительных процессов гортани, горла, можно данную точку В15 Синчу расслабить, тем самым убрать эти все спазмы, воспалительные процессы, которые проявляются в верхнем нёбе. Данная точка расслабляется. Спасибо за внимание.